«Волшебники». Так называлось шоу иллюзионистов, которое состоялось в детском городке на летней эстраде. Наш мобильный репортер не только с удовольствием сам посмотрел представление, но и снял эти кадры. Братья Циталашвили – известные в стране мастера иллюзионного жанра. Лауреаты международных конкурсов вместе со своими учениками разыграли перед зрителями спектакль о добром и злом волшебниках – Марусёне и Масалоне. Один показывал веселые и добрые фокусы, другой постоянно делал мелкие пакости. Но реакция на действия обоих у зрителей одинаковая – смех. Артисты постоянно вовлекали в участие ребят, и те, казалось, тоже становились фокусниками. Взрослые зрители тоже с удовольствием принимали участие в шоу, даже в экстремальных номерах. Были такие смельчаки, которые не испугались гильотины, а одного из пап-артистов можно смело брать в свою труппу. Выступление иллюзионистов состоялось в рамках программы клоуна Алекса «А у нас во дворе». Братья Циталашвили – старые друзья нашего знаменитого клоуна, который мечтает возродить традиции уличных цирковых представлений. Спонсорами шоу стали видновские предприниматели.